дальше. А это стенды, ну, это тоже типа пропаганда? Или это продажа меда? Продажа, наверное, тоже чей-то бренд, этикетки. Скорее всего, этикетки. Ага. Das ist wegen Markierung, ja? Wegen Etiketten, ja, genau. Это по этикеткам все. То есть на вино и, то есть, machen Sie Branding, ja? Persönliche Branding. The brand, brand, brand. Brand, ja, ja, branding, ja, natürlich. Это образцы. Das ist ja auch wichtig. То есть, образцы это на вино, это тип, как выглядит, то есть, ну, ценник, все. Видишь, как выглядеть может. Угу. То есть этикетки могут быть разные. Это фирма, которая занимается... Да, которая занимается маркетингом. Маркетинг. Это что, спички? Спички. Белые, да? Kannst du nehmen? Ja. Nach Ukraine, wenn das ein Videoblogger aus Ukraine. Ja, sehr schön. Machen. Mitnehmen, Schokolade und Streichhölzer, braucht man immer. Тебе подарок, Schokolade und Spitzke. Wow, тебе danke. Спички. Danke. Ты майор же, гай, für Schmocker. Мне подарок. Danke, danke. Gerne. Ach, schon. Это фирма Wagner, тоже занимает хорошую позицию, у них хорошая ценовая политика. Они занимаются производством в Румынии. В Румынии? Да. Это... Ну, то есть, если ты можешь посмотреть, и, ну... по сравнению с теми, которые мы видели там у нас, да. Конечно, оно, ну, понял, да, что я имею в виду? Не, ну, в принципе, с виду видно, что неплохо. Ну, по крайней мере, видишь, то есть, сучки, Ваня. Сучки, ну, они же все равно заделывают. Ну, заделываются, но я тебе могу сказать, там, где мы были в магазине, там этого нету, поэтому цена... Да, там, ну, там ну, в магазине вообще крутые ульи. Как сказать, качество стоит денег. Знаешь, когда люди думают дешевле, это не значит о том, что ну, понятно, лучше. Что оно качество. Да. Видишь решетки, которые сейчас начали в последнее время делать они? Ну, это заставные, да. Теплые заставные. Плотный пенопласт, я думал, простой. Ну, за 5 евро я кусок пенопласта варьирую. Изоляторы, рамки. Кстати, по это, сколько у вас стандартов ульев вообще? Ну, и рамок, ульев. Сколько? Слушай, я даже честно не скажу, это столько много. Я не знаю, во-первых, зависит от места, где ты живешь. То есть, я в том месте, где живу, у нас два стандарта. Цандер, Нормальмас, это основные, так скажем. Ну, кроме того, есть Лангстрот и Дадан. При этом Дадана два, то есть нормальный Дадан, УС Дадан и Дадан Блад там. Я в этом не разбираюсь во всем. Ага. И поэтому, когда пчел надо покупать, надо сначала подумать и найти то, что ты покупать будешь. Ну вот это вот сейчас, вот это какая рамка? Это нормаль Масхов, я думаю. Ну, а какие-то размеры, ну, для меня они ну, не какие-то непонятные. Короче, для меня то же самое. Для меня тоже, честно говоря, непонятно. Я порой не понимаю, когда люди что-то там выдумывают. Шестирамочники, да, деревянные? Что бы с этого инвентаря ты бы себе взял или приобрел? Да. Ничего, да? Лучше ващина. Ващина? А почем ващина? Берешь, 13,50 евро. Да. Женя, для чего вот эта штучка? Я, слушай, честно не знаю. Ну, это вот же написано, какой-то, что там. Ну, нуклеус, мне кажется, куда-то. Дренам шпергита. Это, скорее всего, на облетник, когда это трутневая. Ну, трутня. Да. Не, ну, я тоже думаю, это что... Это на нуклеус, скорее всего, вешает, знаешь? Вот, скорее всего, тут мини-плюсы вот эти вот есть. Короче, это куда-то на нуклеус, в любом случае это для этого. Ну, понял, да, куда? Да. Для да. Облетников. А я не вижу у вас, вот я увидел по выставке, вот пыльцесборник на весну. Да. А донных нету. Донные ну, в магазине на обосмотреть. Ну, не, я тут именно на выставке не увидел донных пыльцы. Я тоже не видел, первый увидел. У вас в Германии вообще не практикуется сбор пыльцы? Ну, как? Знаешь, как сказать, я с одним человеком разговаривал. Как бы, ну, желание у меня было заняться. То есть, ну, как бы, деньги же лишние не бывают. В любом случае, да. Когда ты держишь 5 семей, я уже говорю, это у тебя хобби. Когда ты держишь больше, это уже бизнес больше, да? Да. Как бы я с человеком разговаривал насчет пыльцы. Он говорит, как бы я заинтересован, ну, как покупать немецкую пыльцу, потому что она же идет в маркетинг там, ну, немецкая, не немецкая, так скажем. Ну, да. И вопрос стал в инвестиции, то есть, сколько будет денег мне стоит, чтобы ну, начать этим заниматься чисто. Я так подумал, что, ну, мне не стоит начинать. Понятно. Вот, ну, как бы желание, я даже до себя не собираю, понимаешь, как бы. Я считаю, что тут, наверное, играет большую роль, как, знаешь, как по-русски сказать, культура потребления. Ну, это да. Что здесь есть хорошего, интересного? Тут есть шпателя, но нет такого, как нам надо.
Номерки, книжечки. И что для маток, вот. Ну, я смотрю, вот смотри, Никот и Джентер. Я прошелся, Никот продают, а Джентер нет. Привет, Леха. Украин. Украинцы, кругом украинцы, да. Нас скоро завоюют. Надо бояться, бояться надо, угроза. Ты хотел там себе сетку эти варежки покупать? Да. Там XS лежат, мой размер тоже. Короче, Оля, вы матч, что посоветуете, купить, не купить? Короче, угадайте, купил, не купил я варежки. Там одни 28 стоят, другие 17. Разницы хорошо. Никакой, они просто впаривают по 28. Оль, на, конфетку скушай. На, Ваня, спички надо? Да, да, мне все надо, я беру все. В общем, это немецкая компания, тоже очень старая там. Фриц? Да. А мы шпатель купили вот именно у Фрица? Нет, или Франца, это... Франца. А, это мы у Франца. Я понял. Женя, а вот этот дымарь, это в рот. Брать, да, а так... чем его наполнять? Я не знаю чем. Тем же самым, наверное. Ну, мы наполняем разной трухой, там дерево. То же самое у меня. То же самое? Ну, вообще продается, знаешь, такой лен дробленный. Ага. Он еще коням на подстилку идет, лен этот. Ага. И его заполняет. Но проблема в том, что, ну, представьте, солому в дымарь надел, ты когда дымнешь, он вылетает, искры. Да, да. Вот. А так я в лесу собираю, слава богу, мы в лесу живем, есть дрова. Ну да. Вот краны. Да, кран, то есть качество кранов. Вот краны, а цена? Я даже не знаю, вот цена. Вот и тут где-то цена есть. Не, нет. Не может нет, быть. Нет, нет. Ну, мощь, конечно. Вот цены. Ножи. А, так вот, я хотел спросить. В Никот и Джентер, соты для вывода мата. Вот Никот тут и представленный, а Джентер как бы немецкое производство, а его нет. Я тебе могу сказать, что, наверное, Никот проще намного работать из-за этого. Смысл в том, что ты не можешь человека загнать еще раз, куда он вышел, да? Мы же все хотим облегчить наш труд. Многие пишут, да, там сделай это. Допустим, то, что тут представлено, допустим, оно в два раза дороже, чем там у французов представлено. Да. Спереди французы стоят. Ага. Можно к ним подойти пообщаться. Он такой хороший мужик, по каждой выставке ездит. Да? Вот. Ага. И смысл в том, что, как сказать, если у тебя джендер, там получается это отделяется, а все это отделяется, определяется, это все время. То есть, допустим, как сказать, если один тот человек производит там, ну, 20 маток в сезон или 5 маток в сезон, давай с того начнем. Каждый человек производит определенное количество товара. Да. То есть это или товар для кого-то, для, ну, кого-то, или для себя товар. То есть, если, допустим, у меня пачка 10 семей, мне надо, грубо говоря, ну, 15 маток. 5 запасных маток, допустим, и там 10 рабочих маток. То мне, допустим, надо там сот, да, допустим, я не могу, тогда я пользуюсь сот, ну как, делаю из сот. А если уже идет мощь большая, да, то в любом случае джендер уже не идет, потому что там это все разделяется, тогда приходится возвратиться к Никоту, да. А Никот позволяет работать большими сериями, потому что все взаимозаменяемое, то есть скорость. Главная скорость, я думаю, большому пчеловоду это не надо объяснять, что такое скорость, а маленький пчеловод в любом случае всегда будет большого учить, как надо правильно делать. Да. Есть такое. Так, ну тут тоже медогонки, да, разные, да, раскатопки. Вот немецкая фирма очень старая такая. И еще Граза, у нее еще качественнее все сделано. То есть, ну тут тоже, знаешь, когда ты вот, мне что нравится, когда ты смотришь вещи, вот, ну, мне нравится в вещах четкость тоже. Видишь, продумано, да, как это под вилочку. Это место, как вилочка тяжелая такая, тоже качественная. Ты вот когда трогаешь вещь, да, какую-нибудь хорошую, ты все равно рукой ощущаешь что-то вещь. Знаешь, как вот женщину потрогать. Да. Все немецкое, то есть идет. А вот, вот пошли вот туда. Это, вот туда. Это для каких целей используют такие? Вот, мне интересует вот. Вот. Это, скорее всего, фасовка. Ну, это фасовка, а вот этот. Кремовалка. А зачем такую прям, ну вообще, жух, вентилятор этот? Бочки, видишь, меняются. Наверное, высота бочки разная. Не знаю, Ваня. То есть мы это же зажимы получают вот это вот все. Ну это получается можно бочку 200-литровую смотри, да, поставить, ну как смотри, вот мы пользуемся. Зажимы. Ага. То есть это уже для тех объемов, знаешь, то есть это как, это не для тебя, не для меня. То есть ну, это когда да, реализация. То есть получается, вот смотри, это рюра, то есть это тоже мешалка, только маленькая, да? Да. То есть мешалка маленькая, это уже на насосы все идет, то есть на фасовку. Это мое мнение. Ну это именно для промышленников, по ходу. Вот это, наверное, для промышленников. А это, ну, для пасеки 100-200 семей, да, это, наверное, ненужная вещь. Я могу сказать, для тех, у кого реализация есть. Mm-hmm.
Как сказать, у каждого человека своя реализация, и каждый человек, как бы сказать, у каждого человека своя цель. Не проще оптом сдать и не думать, а кто-то будет фасовать, и, ну, ему это нравится. Это фильтра, да, тут все, сито, это, разное. Это, как, ну, когда мед дома расфасовываешь. Ну, как? Все, понятно. Нет, тут есть декристаллизаторы, я смотрю. Нет, экранизатор ты ставишь сам, видишь, это отдельно. А, ну я понял, да, да. То есть да. Вот это ведро можешь ставить в это ведро. Да. Окей. Вот, вот это интересное. Если бы она стоила 230 евро, я бы купил. 1700. А если 1700, я не буду покупать. Да. Это что же это... кристаллизатор? Ну, это, да. Кремовалка. 230 евро стоит подставка под нее. Да я понял. Тут, короче... Есть вещи, вроде бы и нужные, но в то же время оно и не нужно. Я считаю, когда есть деньги, надо покупать, а нет денег, можно что-нибудь придумать. А кремовалку можно купить другую же. Вот есть маленький. И это. Кстати, вот кристаллин центрифуга. Микрофон, как он вот фирма Фейс. Я вот не знаю. Она стоит вот это 4770. Так это именно центрифуга. А в чем, как она работает? Можешь спросить? Ну вот он стоит, спросить. Вот туда. То есть мед текет, тут кран тоже. Мне знаешь, что нравится? Кран такой, блин. Ну, краник, да. С такой медогонки бежать не будет. Так подожди. Отсюда мы ставим рамки, да. Откачивается, льется сюда и в центрифугу. А в центрифуге оно сепарирует его. Как оно происходит, я не знаю. Видишь, чувак занят. Угу. Ну, короче... А вон сам шеф вот этот, вот, здоровый. Так его это... Тоже, ну, не знаю, сито вот это получить. Тоже, это на бочку, да? Это туда вот бросается, как вот она стоит, так брату. А, так и есть. Так есть, а сюда насос. А как предсито, скажем. Да, да, да. То есть грубая чистка. Да. Ну, цены, конечно, все равно 4-300 евро, это дорого. Ну, допустим, знаешь, когда... Мне кажется, это когда... для Германии дорого или нет? Для меня дорого, так сказать. Сказать. Это тонна меда по вашим ценам. Да. Я могу единственное сказать, что... Как сказать? Вот когда я начинал, да, то есть привлекательные были польские продукты, ну, лысанец. Да. Поэтому, допустим, я для себя решил все лысанец брать. Но вот последние годы идет такая тенденция роста, что уже ты думаешь... Ну, развитие идет. Да, да, я, ну как, лысань создал имя, понимаешь? Все знают, что у него качественные вещи. Да. И человек постепенно, как сказать, вообще весь, ну как, маркетинг основан на том, что сначала говорят дешево-дешево, допустим, мне говорят, что ты дешево продаешь марок. Сначала идет дешево-дешево, потом, когда товар идет, постепенно начинают поднимать цену, и когда говорят дорого, тогда человек говорит, все. Ну да. Тогда вот это уже нормальная цена. А что это за это дони я, такие? Я честно не знаю, что такое. А мы можем пообщаться? Можем. Два слова хотя бы с этим, с производителем, я так понимаю. Короче, это... Баузация, это баузация, что ты сам можешь делать. Das ist wegen Varaudas, oder? Ja, das ist schon Belüftung. Okay, das wir haben jetzt zum Beispiel Gitter, das ist neu. Das ist nicht ganz neu. Nein, ich meine, normalerweise wir haben jetzt Gitter. Ja, Alu oder Nieder, wie sagen, Niederstahl Gitter oder noch was. Das ist neue Technologie, kann man sagen, oder wie? Versteht das nicht? Das ist einfach Varaubodon, oder wie? Sie sprechen zu schnell schon. Okay. Wir sind französisch. Okay. Ach, französisch, nur Parfüm. Champagne. Und Böden. Der Franzose Wein. Ja, Polen. Ich habe eine Frage wegen das... Ich habe das nicht gesehen noch. Ja. Das ist ganz neu. Das ist... Ja, für mich, genau. Für mich. Mit diesen Böden ja. Brauchen die nicht mehr gegen Varroamilbe zu behandeln. Die wenn im September, Oktober, wenn sie einen Gitterboden mit einem Rohrboden wechseln, dann beobachten sie sofort, dass die Varroamilbe 10-mal mehr fallen. Sie fallen im September, Oktober und noch im Winter. Und im Frühling ist der Befall sehr klein, 2-3%. Und unter 5% ist es nicht nötig zu behandeln. Und der Grund ist die Belüftung. Die Öffnung ist wichtig für die Bienen, um zu
für die einfach eine richtige Belüftung. Okay. Ja, mit dem Gitterboden ist die Öffnung zu groß. Die Bienen können nicht kontrollieren. Mit dem geschlossenen Boden, die Öffnung ist zu klein. Die Bienen können noch nicht die Belüftung kontrollieren. Und mit diesem Boden gibt es die richtige Öffnung. Im Februar gibt es schon viel Brut, aber die Temperatur ist nur vers 4. Dann können Sie Wasser auf den Röhren beobachten. Die Bienen drücken... Денис, это дно какое-то, я не понимаю. Дно типа сетчатое, типа. Чтоб провалилось все, да? Ну да, но видишь, он что-то рассказывает. Одноразовое. Пусть этот юбор зайдет. В общем, эта технология новая только для меня, наверное. В общем, когда сетчатое дно, оно сделано так, конструкция, то что там не так, как приятно, да, для пчел. То есть для потоки воротов воздуха? Короче, за счет этих потоков воздуха клещи осыпаются в несколько раз больше, я уже не помню, сколько он сказал. И уже как бы за счет естественной особи пчел из-за этого дна потом не надо обрабатывать. То есть это что-то новое, он мне объяснял, короче, как оно работает. За счет конденсации воздуха, за счет микроклимата, короче, там внутри становится как бы, ну, более благоприятная среда для особи клеща, и тогда не надо обработать. Насколько это работает, я, конечно, не знаю, я честно говорю. Ну, все надо пробовать, да? Вот это понятно. Французы, короче, я не знаю. Ну, французы, слушай, развиты, у них дони эти пластмассовые, это пластмассовые, руля пластмассовые. Прикольно. Ну что, тут все на первом, ну, на втором этаже. Там да, только на первом у нас, да, осталось? Станки там это. Мы туда идти не будем. Ты видел демонстративный такой стеклянный медогон? Да. Бак. Да, вот. Я что там, видел все. Стеклянная медогонка. Ну, ход такой мягкий, наш классный. Приятно смотреть. Я же когда на фильме, у меня была такая медогонка. Ты пошире грудь, да, открой, чтобы у тебя было видно им карте, а ты что-то скрылся там. Им карте. Пойдем в подвал? Женя, да, пойдем. Ты видел вот здесь вот стенд и календарь вывода маток на магнитах, 139 евро стоит. Да? Отлично. А ты не предлагаешь магниты купить? Нет, или календарь? Нет, оно все продается вместе. Ты видел? Давай ты кофе попьешь и потом нам расскажешь, как оно работает. А мы сходим на нижний этаж, да? Пошли, пойдем наверх. Давай пойдем вниз, потом наверх, да, пойдем, да, кофе попьем. Да, потом... давай. Оля любит рассказы. Давай. Пока у меня зарядка есть. Нет, вот это все входит в отношения, дай денег. Подожди, я деньги возьму, что я вижу. Это нижний этаж, да? Нижний этаж, короче, там русский человек может рассказать это со шляемся. Кстати, такая технология у вас используется или нет на Украине? Какая? Да. Именно. На общее дно два отводка ставится. Нет, на общее дно два отводка. Ну, может туда использовать? Нет. То есть ты можешь поставить наверх, да, два отводка и потом разделить, как получается, с улей снять. Поставить на отдельный, ну, как бы, ну, понял, да, что я понял. То есть можно на один улей поставить типа два таких корпуса и потом разделить, и будет два отвода. Угу. Вот. Ну, прикольная технология тоже. Ну, это опять же для любителей все. Большой пасек ты не сможешь. Ну, тут ули. А они, смотрю, цвет такой у них, это они крашеные или это чем-то пропитанные? Мне кажется, чем-то пропитанные. Потому что они внутри, они нормального цвета, вот смотри. Можешь спросить, чем? Ну, это краска или пропитка просто для защиты? Это нормальная фарба.
Das Farbe, das. Ja? Das ist Schussfarbe einfach, oder? Das ist Farbe, einfach Wasserbasisfarbe auf Pinselflüssigkeit getestet. Это краска, краска просто. Просто краска. Краска, короче, на водной основе какая-то там, ну, короче, для пчел не вредная. Угу. Тут, я так понял, тут несколько этажей. Угу. Тут ульи. О. Тут ульи. Тут какая-то презентация. И... Вот, смотри, ульи, которые у нас нету. Типа американского. Да, да. Да, или как он называется? Ну, я не знаю. Кенийский. Не, ну кенийские маленькие, наверное. Почему они такие на деревьях? Сетка дно, дно сетка. Поклеенный этот, видишь, не с цельной доски, как у нас делают, а поклеенный. Ну ты как, все очень подробно. Я? Да. Так, ну и что, ты я... Под... места не хватит. Хватит, у меня на все хватит. Зато я покажу людям. Ящички. Ящички. Вот ящички. О, это что-то не понятно. Два штуки, наверное, ставят. А что? Да, это. Для отводков типа. Типа, да. Два штуки. Дно. Дно. Короче, разновидности разных ульев. Разновидности разных ульев. Иван, фирма сами, чтобы. Фирма? Фирма. А посмотри, есть ульи, даже брата Адам. Откуда ты знаешь? А, написано. Точно написано. Я просто не читаю, потому что. Я не знаю, то ли самом смотреть в камеру, то ли в это. То ли на инвентарь. Есть баг фастрит. На инвентарь. Вот, смотри, как прикольно сделано. Прайс, а ты сними прайс. Крышка вот, закрывается. Оп. Прайс. Прайс? Давай. Да, вот цены. А что снять тут? Как? Ну, просто, чтобы если кто захочет, стоп нажмет. Цены, чтобы понимали улья. Цены, улья. Ну, не видно ничего. Видно, видно, все видно. Ничего там не видно. Ну, давай, давай, листай. Кто захочет, паузу нажмет, посмотрит цены. Да. Подставочка с этим, с уровнем сразу. А, это что, точно. Это ёпа. Подставочка с уровнем. А вот это что, Денис? Смотри, как... она здесь крутится, видишь? Это здесь крутится, да, и выставляется. Подкручиваются, да, ножки и делай подставку. Ну, ладно, много времени. Пошли. На подставке уделили. Разновидность дна очень много. Разновидностей с разными вставками, вкладышами. Вот специально, чтобы не тянули. Не застраивали. Очень... Пошли дальше. Пошли дальше. Так, что у нас тут? Тут ульи, ульи, рамки, дно. Тут одно. Рамки. Ладненько, вот есть ульи. Книжки. Прикольная книжка. Das ist das gleiche Gerät, aber nicht mit dem Gas, sondern для обработки. Для обработки. Контролировать температуру. Ага. Привет. Воротос вот это обделывать. Получается кран вот этот вот, где вверху, видишь, да, то есть получается. Да. То есть щавельной кислоты дозу засыпаешь, закрываешь кран. И газом, ну, то есть жгешь испарение. Да, ну, есть, вот это. Да, это другое. Тоже так же засыпаешь. То есть другое. А. Ну это, видишь, как. Да, 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 да. Все, а, то есть вижу. Там с баллона идет, а тут это, ну, маленький баллончик. Линия. Линия для распечатки. Нет, это не линия для распечатки. Вот я взял по ЕОшку. Это ж что за линия? Это которую хочет, наверное, Женя, нет? Нет, так это я думал для распечатки, но это не для распечатки. А, что пчел сдут. Я понял. Это пчел, они кидаешь. Смотри. Ну вот, смотри, тут крутится. А может это сироп? Тут сироп подает.
Ложится рамка, и сироп подает. И рамка пойдет. Заливает ее сиропом. Да. Заливает его сиропом. А вот это тогда что? Щетки. Щетки. Какие-то щетки стоят. Щетки идет сюда, и тут снизу тоже льет. Это, короче, для сиропа, Денис. Мне кажется, нет. Потому что, видишь, чистят. Это, видать, воскотопка типа. Там кипяток, понял? Вот оно. Короче, какие мы тупые. Да, вот оно. Особенно ты. Ну, конечно. Я сразу сказал, что это воскотопка. Сюда ложится, друзья. Ложится сюда рамка, она заезжает, тут под давлением, под паром вода. Нет, растапливает. Тут воск. Ух ты, здравствуйте. Нет, так мы же воск. Так и говорим, что да, это воскотопка. Да. Это воскотопка. Да, это воск плавится, а потом она в щелочь заходит, моется и все. Угу. Тут плавится, тут промывается в воде, чистый. То есть, ну, да, промываются рамки. И сюда выходит рамочка. Тут тоже ульи разные, книжечки, короче, есть много интересного инвентаря. Стяжки. Im Pilz, так. А вот здесь для перги и пыльцы аппараты. Фирма он. Такая. Это получается сушилка или морозилка. Дробилка для перги. Это, вот такие. Aber extra Bild macht, so was das ist. Wir haben extra Bild gemacht.